Здравствуйте, мои дорогие бородатые друзья. И не только бородатые. Мы находимся на каньоне в Вознесенском районе. Каньон этот актовский. Опа. Сейчас, секундочку. Опа. Ох, как классно тут. Уже в паре влогов я показывал актовский каньон. Но тут все места разные, все интересные. Вот, поэтому хочется показать еще. Когда у нас с Таней и с Женей всего лишь там пара выходных, и мы не можем отъехать далеко от города, мы выезжаем куда-нибудь недалеко от города. Ну и, соответственно, так как Актовский каньон одно из наикрутейших мест недалеко от нашего дома, мы ездим отдыхать сюда. Тут очень классный воздух, тут очень вкусно пахнет, тут офигенная природа, летают всякие интересные птицы, вот, ползают ящерицы, вот, и вот смотрите, всякие бабочки классные летают, стрекозы, в общем полный релакс и офигенно. Легионер борода зажигает города. Смотри сюда. Блин, вот это мистяк. Вот тут мы еще не были. Женька сразу решила искупаться. Уже даже солнца еще нету, туча такая. Женя у нас уже купается во все. Сейчас покажу. Как водичка, Жендос? Отлично. Отлично. Вон солнышко выходит. Что? Солнышко выходит. Да. Будет греть тебя. Ну, чем нравились котелки эти военные, что в них нужно жарить вот так вот. Мы супы так готовили. Жить красиво резал. Жить не запретишь. И все равно придется звук убрать. Я позарил. Нормально. Скажи еще раз. Красиво жить не запретишь. Актовский каньон настолько многогранен, то что можно приезжать каждый раз в разные места, делать стоянки в разных местах, и все они разные совершенно, и каждая прекрасна по-своему. Сегодня попробую испытать свой этот, как его, водонепроницаемый бокс. Я еще ни разу на камеру его не одевал и не нырял с ним. Ну, тут особо не поныряешь, но в то же время можно попробовать его одеть и хотя бы немножечко опустить голову под воду и посмотреть на все эти вот дела. Это тоже прикольно, интересно должно быть. Тогда варочка гейзерная, но вот два раза всего пробовал после покупки. Первый раз получилось вроде нормально, даже такой эспрессо получился, а второй раз получилась такая муть, короче, ну, я мало насыпал. Сейчас решил поднабить под завязочку, посмотрим, что из этого выйдет. Блин, тут только что ходил аист, большой. Сейчас я попробую его заснять, если он не убежит от меня. Аист, привет! Привет, Аист!
Пирожку хочешь? Самое главное — воротник теперь. Да, ворот. Может, ворот? Надо. Да, вот надо вот так, смотри. Типа, чуть-чуть аккуратно, вот так. Да? Да. Ну, лучше поделить его, типа. Вот так. Вот так. Потому что он идет потом по швам. Может соскочить мимо. Вот это так. Мастер-класс, как отрезать как у сейчас, футболок. Например, у меня уже он мимо соскочил. Как отрезать от футболок воротники. Так, ну теперь это. И все, вот все сделали классно. Такие насечки. И аккуратненько идем. Все. Вот еще ж одно. Теперь тупан. Там, говорит, по телевизору маму вашу показывают. Эй-эй-эй! Люблю такие места, сам холм, такое все древнее, классно. Охренеть. Пойдем посмотрим дальше. Блин, а? Тут уже надо как-то подниматься опасненько. Сейчас попробуем что-нибудь куда-нибудь. Опа. Что, когда в одной руке камера, оно не очень удобно лазить. Круто. Опа. Вот оно. Просто класс. Так, едем дальше. Теперь придется выключить камеру, потому что здесь я с одной рукой не пролезу. В этом месте. Пролезу, потом включу дальше. Сейчас уже попроще. Тут уже мы преодолели препятствие. Осталось совсем чуть-чуть. Ой, бля. Опа. Вот что значит мало ходить и вообще не бегать. Мне кажется, люди, которые бегают, они без такой отдышки снимают влоги. А я, лошара, немножко поднялся вверх по скалам, и уже отдышечка у меня адская. Так что занимайтесь спортом. Блин. Смотрите, как там охрененно. Вот это чудо. Стоя на такой возвышенности, можно смело обращаться к богам. Гой купола! А вот наш лагерь внизу. Какие необъятные просторы. Хотел сказать, хорошо, когда нету людей, когда можно пообщаться с природой один на один. И тут иду, только настраиваюсь. Блин, сзади меня целая гвардия каких-то людей. Видно, что приехали на каком-то автобусе. Все еще в трусах.
купаться хотят, наверное. И никуда не скроешься в наше время. Надо ехать в какие-то, наверное, далекие края, куда не ступала нога человеческая. Вот это, друзья, 25-й влог. Уже 25-й выпуск. Вот. Я не скажу, что это много, но в то же время для меня, человека, который начал снимать их в январе, это уже какой-то результат. Как вам, соответственно, решать вам. Но я стараюсь, честно стараюсь. Вот. Выпускаю я влог раз в неделю. Вот. Скорее всего, потом буду делать это больше. Сейчас просто нет смысла. Ну и вы, наверное, заметили, что в основном я выкладываю события выходных дней. Потому что выкладывать будни, ну, я думаю, что неинтересно. Если вам интересно, вы напишите. Я попробую выложить вообще, ну, как бы, именно блог, да, как проходит мой обычный день. Но это, ну, для меня он обычный, поэтому я не снимаю. И стараюсь снять что-то не совсем обычное, показать вам какие-то интересные места. Если вам реально хочется посмотреть вот такой вот прям влог-влог лайфстайл, то я попробую. Вот. Но, опять же, там дни повторяются, и не всегда это в кайф. Вот. На следующий влог я поеду в Киев. Постараюсь отснять там материалы, может быть, на пару выпусков. Вот. И тем самым разнообразить контент. Ну и, собственно, мне самому надо перезагрузиться. Хочется побывать в другом городе, в столице, как-никак, пообщаться с друзьями. Вот, сниму интересное, покажу. Если у вас есть какие-то идеи, куда вот мне надо съездить, и вы можете даже, например, встретить, что-то показать, помочь мне снять какой-то интересный материал, вы можете писать. Я всегда готов к диалогу и могу рассмотреть интересные предложения. И, может быть, совместно мы что-то замутим. Чаю попили, перекусили, искупались, и решил я еще прогуляться, посмотреть на каньон с других ракурсов, пока не стемнело. Сейчас, в принципе, время 6 час. Туристы, которые бегали здесь, свистели, кричали, вроде как угомонились и, наверное, все-таки уехали. Если кто-то и остался, то, наверное, уже те, кто приехали сюда на побольше, чем просто посмотреть. Но пока вроде никто не орет, поэтому хочется прогуляться в однище и полюбоваться. Ну и вам показать, соответственно. Я, наверное, много говорю, да, всякой херни. Ну а что еще делать? Всем привет! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и пишите комментарии. А еще расшаривайте это видео в социальные сети. Это меня будет очень мотивировать и помогать моим видео прорываться хоть в какой-то никакой список рекомендованных видосиков. Спасибо! Смотрите, чума какая. Блин. А вот тещин язык. Видите, вниз лежит такой камень, как язык опускается прям в воду. Это называется тещиным языком. На концерт группы Slayer.
как-то во влоге, не во влоге даже, а в комментариях несколько раз меня спрашивали, чтобы я показал нож, который ношу всегда с собой. Вы не поверите, это вот такой вот маленький кершик. Вот это тот единственный, который реально всегда со мной. Вот. Что-то быстренько подрезать там. Ну, короче, для всяких повседневных вещей он меня устраивает. Ну, а если я еду куда-то там в лес там или на более дальнюю прогулку, я просто беру что-нибудь еще покрупнее, чтобы можно было удобнее резать колбасу. А так, вот в плане повседневного ножа на кармане, он еще, короче, парочка мультитулов. И, в принципе, мне хватает. Давай, прыгай. Это 25-й влог, надо прыгнуть. Учти, я высоты боюсь. Поэтому... В 25-м влоге нужен экшен. Экшен? Ну туда я не пойду. Вот тебе экшен. Еба. Вот бы было круто, если бы я упал, да? Был бы 25-й, но какой. Илюх, передай привет друзьям. Можно сходить в грек-кафе и покушать. Ни разу здесь не был, но все хвалят. Когда едешь в Вольве, ожидание? Реальность. Такую херь мне принесли. Сейчас я буду ее есть. Говорят, что вкусно. Ну что, вкусно. Нам понравилось. Дешево, как говорится, и вкусно.